В Армении преступник тайком вернул потерпевшему часть украденных денег. Кража произошла в общине Дилижана Тавушской области Армении. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, 1 июля в период с 16 часов ровно по 20 часов ровно предполагаемый преступник вскрыл входные двери на первом и втором этажах дома в селе Огарцын общины Дилижана. Незаконно проник внутрь и похитил 2,59 миллиона драмов, 14,9 тысячи долларов, 200 евро и 16 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК Армении о краже. В ходе предварительного расследования, 5 июля, пострадавший явился в следственный отдел и дал дополнительные показания о том, что рядом с воротами гаража у его дома он заметил полиэтиленовый пакет, в котором было 300 тысяч драмов, 9,6 тысячи долларов, 200 евро и 16 тысяч рублей. При осмотре места происшествия были сняты отпечатки, назначена экспертиза.